проявите ваш гипнотический дар, потому что ей предстоит еще выйти с довольно сложными произведениями. С праздником женщин. Вот вы очень красивая, очень талантливая девушка, барышня. Поэтому я хочу вам пожелать новых свершений, чтобы вы достигли такого состояния, как вы запланировали, задумали. Спасибо вам, что вы есть. Ну, а я скажу, что Александр Михайлович действительно, он сегодня нам очень поможет. Он всегда, от него исходит какой-то сильный биополь, не зря он лечит так хорошо и на расстоянии. И если немножко поближе встать, еще лучше лечит. Но хочу сказать, что он по нашим концертам не случайно. Не случайно он лауреат, конечно, многих таких медицинских премий. Но ведь первоначально-то где мы встретились с вами, Александр Михайлович? Конечно же, в Российской академии музыки имени Гнесина, где я занималась на фортепианном и на музыковедческом факультете, а вы были вокалистом и даже стали солистом Государственного академического Большого театра. Две простых таких песни, но очень душевных. Уж давайте мы с вами останемся вдвоем на сцене. И, конечно, скажите что-то зрителям нашим дорогим, хорошим, чтобы они не теряли своих сил. Весна сейчас, знаете, напряженный такой, грипп только что все перенесли. Я хочу всем посоветовать и того, чтобы люди не болели. Я вам одну вещь скажу, что я один из самых болезненных людей был на свете. Все были смертники в моей палате. Я один из всех выжил, потому что с открытой формой туберкулеза все умирали в то время, в советское. И я один выжил. Если я один выжил, я сказал, что я с этого момента буду всех людей прием вести безвозмездно, то есть даром. Я здесь в России веду безвозмездно даром приемы 40 лет уже. А за границей я зарабатываю хорошие деньги. Там за границей с них соберите, пожалуйста. Да, я собираю. Так оно и есть. Я приезжаю оттуда уже с большими деньгами и здесь расплачиваюсь долгами. У вас тут встретим. Вот, поэтому я вам желаю всем большого здоровья, потому что здоровье все зависит только от нас лично, ни от кого больше. Когда говорят, там вот экология такая, всякая, все, это все неправда. То есть экология действительно плохая, все вокруг ядовитое. Но среди этого ядовитого, поверьте мне, что можно... Я вот родился во время войны, и, естественно, там это рахитизм, там все, голод страшный. Но я вам одну вещь могу сказать, что я знаю точно, что сейчас мои года, мое богатство.
свою народную песню.